Добро пожаловать! Сегодня мы с тобой будем смотреть мемные видосики от подписчиков. Я знаю, что вы у меня самые мемесные подписончики, и я знаю то, что вы мне наприсылали кучу мемесных видосиков. Поэтому сегодня у нас будет мемный видеоролик. Настолько мемный, что мемы будут появляться прямо во время видео. Вот первый мем. Это Саник. Этот мем давно запал мне в голову. Первый видосик. Ваня Иванов. Что это такое? Нет, это не мем, это реклама. О, какой ужас. Ненавижу рекламу ВК, честно. Лайкосик, если любишь пончики так же, как и эта дама. Это можно, в принципе, поставить даже на аватарку ВК. Ну, наверное, был вкусный пончик. Я знаю, что это популярная вайнерша. Она снимает вайны в Инстаграм. Скетчи. Хорошо, вайны уже не существует, она снимает скетчи. Не стоит бомбить на меня в комментах. Это что такое? Том и Джерри. Маню! Маню телефону! А Мария Ивановна можно? Она жила на первом этаже, потом поменяла... Да мне... Кто там жил, Маню, давай! Я не буду дальше это смотреть, потому что мне придется слишком много запикивать. Ролики без мата! КС-очка. Check the Mr. Raccoon. Сейчас он сделает топ-килл. А! Залетает под флешкой. Оу, щит! What? Он сделал почти эйс. Давай, ракун! Давай! Не повезло. Твоя шпионская тактика не сработала. Из тебя получается не самый удачный шпион. Другое дело, это когда ты человек-салфетка. Та-т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 а
Давно пора. Следующий видосик. Это было очень неожиданно. Мемненько, мемненько, где здесь лайк? Где лайк ВКонтакте? Вот он, красненький, 212 лайк, он мой. Запомните, я первый из 10 миллионов человек, который лайкнул этот ролик. Король лев. Брат. Шрам. Не помогу. Да здравствует, король. За короля Артура. Нет! Тыщ, тыщ, тыщ. Шрам, брат. Стоп, это зацикленный видос? Как ты вернулся? Помоги мне. Сейчас он опять поднимется наверх. Шрам, брат. Да не помогу. Помоги я мне. Тебе, встань уже. Шрам, брат, помоги мне. Нет. О, опять король лев. Серьезно? Это новый мем? Анимация на уровне Дисней. Сейчас ты падешь, король. Он падает, как обычная игрушка. Знаете, ты берешь какую-нибудь пластмасску, сбрасываешь ее с горы, она такая... Ой-ой-ой-ой. Если б я такой мультик посмотрел в детстве, я бы просто сошел с ума. Потому что эта анимация травмирует мою детскую психику. Ты посмотри на Симбу. Ты чё, аферист? 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 Это моя сын! Майнкрафт! Зачем они это делают? Объясните мне. Откроем сейчас огромный секрет. Я придумал антигрифер-шоу, сейчас его все записывают, сейчас это суперпопулярная рубрика, возможно, она уже угасла и давно не хайпит. Но суть в том, что изначально я подразумевал под троллингом троллинг. Не огромную театральную постановку актеров, а обычный троллинг. Просто зайти
пообщаться с каким-нибудь игроком, чтобы он такой, ну ладно, ну разбань меня, пожалуйста. Ну, знаете, чтобы как бы реалистично было. А сейчас же это Майнкрафт! Это моя жизнь! Запишите себе на заметку. О, опять мем про КС-очку. Он там! Вот там, нет, там! Слева, справа! Где там? Где там он? Вот он, хорош! Спасибо за инфу, если не вы, я бы нахуй пи***. Ребят, хорошая инфа. Майнкрафт в блоке. Жасос! Песос! Па-па-па-па-па! Скибиди па-па! Майнкрафт мафия, йоу, бичес! Так, ладно. Хватит с меня Майнкрафта. Оу, Маркиплайер! Обожаю этого чувака. What? Я не специально. Сидишь такой, снимаешь видосы, и тут... Извините. Нас снимают на камеру. Ой. Ненавижу своего оператора. Я хочу еще раз это пересмотреть. Он просто в недоумении сидит. Ну вот как? Как? Он такой говорит, извините. И слушайте, что он дальше скажет. Да, это реально было смешно. Вкусняхи. Я этот ролик видел еще 100 лет назад. Roblox. Are you serious? Если что, это звук смерти в Роблоксе. Слушай, а мне нравится. Не отличишь от оригинала. Зау! Ляквидозау! Сразу захотелось посмотреть Гарфилда. Что это за лого? Опять Crash Bandicoot. Очень часто, когда у меня кто-то из друзей был дома в гостях, мы собирались и играли в Crash Bandicoot на двоих. О, выбор уровня, класс! Мне срочно нужна плойка первая. Как его зовут? Витас, наверное? Так приятней. Я подпеваю, кажется, нет? Ну что ж, пока играет эта музычка, подписывайся на мой канал, ставь свой лайк и жди следующего мемного видоса. Adios! Playtime!